финал Кубка по волейболу вышли спортсмены цеха номер 10 и сотрудники физкультурно-спортивного подразделения цеха номер 51 в СМПО. В этом сезоне команда 51-го значительно усилилась. Мощную поддержку коллегам по цеху оказал Владимир Лобанов, тренер по волейболу, кандидат в мастера спорта. Его сильные подачи, нападения, блоки, защита привели работников спортивного цеха к победе в первом сете. Во второй партии активизировались ребята из научно-технического центра. Они стали играть более слаженно и продуманно, а их соперники, пытаясь забить мяч, нередко совершали ошибки. Но все-таки перевеса в счете добились высокие спортсмены из цеха номер 51. Те, для кого спорт является профессией, выиграли заветный кубок по волейболу нынешней спартакиады. Игра получилась, я думаю, зрелищная для болельщиков. Ну, это приятно было на нас посмотреть, ну, у нас настроение хорошее. На самом деле мы сыграли здорово, просто сами видите, команда 51-го усилилась очень-очень-очень сильно. Ну, к сожалению, пока, наверное, не сможем противостоять, но будем готовиться, тренироваться. Впереди спортсменов в СМПО ожидают матчи первенства по волейболу, а также турнир между площадками А и Б. Первые игры стартуют в субботу 3 февраля.